С вами компания «Электромотор». Хотим представить вашему вниманию частотный преобразователь для асинхронных общепромышленных двигателей торговой марки «Овин» мощностью 2,2 кВт. Это модель КПЧВ-32К2Б. Давайте рассмотрим, в чем особенность данной модели. Компания «Электромотор». Частотный преобразователь «Овин» поставляется в пластиковом корпусе. На передней панели данного частотника расположен у нас специальное место для установки ЛПО. Это съемная панель оператора. Значит, также здесь хочу отметить ваше внимание, имеется на панели управления индикаторы сет защиты аварии. Если даже нету данной панельки, они дублируются на самом корпусе частотника. Также снизу у нас расположена клемная ячейка, которая спрятана под специальную крышку. Она снимается вот таким вот специальным отверточкой, очень легко и просто. Она идет, эта отверточка, в комплект поставки. Одним движением снимаем. Здесь мы видим все подключения, клеммы к частотнику. И также схема расрисована снизу на крышечке. Боковые части частотного преобразователя, они идут без ничего абсолютно, и верхняя пустая, то есть нет ни подключения, ни монтажа. Задняя часть, давайте посмотрим, здесь у нас имеется специальная пластина для охлаждения, так как частотный преобразователь устанавливается плотно к шкафу. Также имеются два отверстия для монтажа на стену. Имеет он хорошие габариты. И также имеется система охлаждения, здесь встроен вентилятор. Полностью корпус по защите имеет степень IP20. По вопросам покупки частотных преобразователей торговой марки «Овин» обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38, а также не забывайте, наша компания всегда дает максимально возможные скидки для наших клиентов. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».